Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, в постоянном и привычном для себя режиме, соответственно, знаете, что здесь происходит. Пока все равно никого не слышно, кроме меня. Я вот хочу сказать, каждый вечер по будням в летнем режиме 4 раза в неделю. Пятницу мы отдали все-таки для дачников. Им так, наверное, все-таки удобнее жить, так чтобы редиску успеть прополоть и вернуться домой, и ничего не потерять в прямом эфире. Программа «Живые», в которую приходят живые люди. Очень разные люди с очень разной музыкой. И понятное дело, что все наши беседы и их произведения в эфире — это некий срез российской, украинской, белорусской, но, в общем, русскомыслящей музыки. Как обычно, по традиции, прежде чем представить коллектив, музыканты играют что-либо, делая таким образом музыкальную заявку, для того, чтобы те, кто слушает сегодня программу, понимали, останутся они до конца эфира, целых 2 часа, или пойдут заниматься своими делами. Поэтому сейчас буду сыграть, а потом вот мы уж как раз начнем беседовать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Теперь уже и здрасте. Аня, которая Умка, которая Герасимова, она сегодня здесь со своими друзьями для того, чтобы поговорить, песни попеть. Правильно? Правильно, правильно. То есть это не называется новый состав. Тут кое-кто предположил, что Умка и новый состав — это когда Умка каждый раз играет с новым составом. Это не так. То есть всерьез кто-то так предположил. Нет, это просто вот тут мои друзья находятся в студии. Кто-то сидит на диванчике просто. А кто-то играет. А кто-то играет, ну, да. Вот, Ойстрах на гармошке секундочку, играет. Сейчас я их представлю. Вот у меня написано, да? Вася, вот именно так. Вася Егоров, да. Вася Егоров. Или Василий Егоров. И он, когда вошел, он так сразу представился. Вася, не Василий, это именно Вася. Ну, я тоже Аня, но так бывает. Хорошо, бывает. Зовите меня Сеней, так тогда сравняемся. А то как нехорошо получается. А Игорь будем звать Иго. На скрипке, да. Иго Ойстрах. Иго Ойстрах. Губная гармонь. У него их много.
И играет он со многими замечательными коллективами. И молчит почему-то. У меня микрофон стоит рядом, век ничего не делает. Ну, во-первых, говорить, это все. Во-первых, не настолько со многими, да. Вот разные люди есть такой коллектив, да. Ну да. А вот с Анечкой мы вообще 9 лет Анечка играли. Анечка, это я, если что. Да, от звонка до звонка. В общем, можно сказать, что она меня вырастила, выкормила. За границу, прям-таки выкормила. За границу первый раз показала. Сейчас, Ань, ты... Сладок вкус не доедала. Ты сейчас узнаешь о себе гораздо больше, чем знала раньше. Я был маленький, да, застенчивый, неопытный и так далее. Ты был совершенно точно такой же, только на гармошке играл реже. Аня Умка Герасимова и друзья, будем называть сегодняшний коллектив таким образом. А Вася со мной играет, наверное, четвертый или пятый, наверное, раз. А может быть, шестой. Где-то пятый с половиной. Ну, я смотрю по лицу, он очень счастлив. Мы все довольны, в общем. Давай это вот чисто, что сейчас происходит, это чисто джем. Отлично. Они вместе никогда в жизни не играли. Вот как раз и посмотрим, как это делают профессиональные люди. Я только сейчас сообщу, как с нами связываться на всякий случай. 4647 – это короткий номер для смс к ваших. Сначала свои пишите, пробел делаете, а потом уже все, что хотели бы адресовать. Ну, это могут быть вопросы, эмоции, впечатления, все, что хотите. Группа, официальная группа своего радио ВКонтакте, там выложен давным-давно анонс с фотографией, и, собственно, Аня Умка Герасимова. «Умка и броневик» называется ее сообщество. Когда-то. Поговорим об этом, да. Выделено синим, соответственно, кликая на эту ссылку, оказываетесь в сообществе, ну, а там получаете нужную вам информацию. Кроме всего прочего, можете писать в чате на сайте своего радио, своерадио.фм. Там же, кстати, есть плеер. Слева онлайн-аудио, это чтобы слушать. Справа онлайн-видео, это чтобы смотреть. Кликните на онлайн-видео, и тут же закажете картинку, которую... То есть ковырять пальцем в носу нельзя, потому что могут увидеть, да? Почему? Ковыряй, только о тебе думать будут правильно. Им нельзя, нам можно. Ковыряй, все будут думать, нормально, человек устрах. У меня в носу не надо. Да, в общем, все сказал, что было нужно для того, чтобы вы могли с нами связываться. Теперь вот начнем вот с чего. Я помню, просто период было «Умка и броневичок», потом «Умка и броневик», потом «Умка и бро». Ну, то есть росла, взрослела, становилась все более серьезным человеком, поэтому как-то «Умка и броневичок» по-детски очень как-то так. Да нет, просто никто не мог слово «броневичок» правильно написать. Писали броневичок. Да. Броневик проще, что ли? Броневик чуть проще. Да, хотя броневик тоже могли делать ошибку. Не, это на самом деле все эти названия придумала не я. Это известная история. Это по анекдоту. Это шутка Вани Жука, что будет такая группа «Умка и броневичок», потому что я говорила там, что этого мы в группу не возьмем, потому что в прошлый раз он весь броневичок, так сказать, нам это попортил. Нет, а самый был анекдот, это кто-то, какой-то не очень умный человек, когда вы с Борькой где-то играли вдвоем, подошел к Борьке и говорит: а броневичок, это ты? Не-не, это не один только Борька. Это, во-первых, так спрашивали обо всех, в том числе о тебе. Во-вторых, и броневичком, и броневиком почему-то считали каких-то людей. Ну да, вот множество, я про это говорю. Правильно, если Умка, вот это он где-то так должен быть броневик. Ну, соответственно, вот. Те, кто играет, и броневики есть. Слава богу, что сейчас этого названия больше нет. Как теперь ты называешь? А броневик, это говорил Дизастер, наш звукорежиссер. Он говорил: броневик — лучшая акустическая группа. Хорошо, как теперь? «Умка и новый состав» называется. «Умка и новый состав», окей. И ни одного человека из этого нового состава здесь сегодня сейчас нет. С нами нет. Хорошо, ну это все, что связано с «Умкой», это всегда интересно. В этом новом составе играет наш прежний, всегдашний гитарист Боря Кануников. Угу. И еще два человека. Угу. Басист и барабанщик. Но сегодня их нет. Их нет. Но они прекрасны. Это понятно. Смотри, что пишет Максим Зверев. Кстати, сразу народ откликаться начал в группе. Название «Умка и броневик» знаю давно. Но с творчеством-то познакомился благодаря своему радио, программе «Цветы пустыни». Опа. Вспоминает, да, Бронемира. Она воистину легендарная личность. Уж извини, начинается, как написано. Опять. Ее песни погружают в те годы, прости, да, когда были написаны. Спасибо, что такие люди есть на свете. С уважением ко всем присутствующим, ваш слушатель из города Домодедово, Максим Зверев. Смотри, какое уважение. Город Домодедово. Я когда куда-нибудь полечу, я обязательно помашу рукой. Помашу рукой города Домодедово, да. Как называлось первое произведение? Первое произведение называлось «Дом, который строю я», если не ошибаюсь. И посвящается маленькой стройке у меня на даче, где я из кирпичей, то есть я обкладывала кирпичами глинобитный сарай и просто ради собственного удовольствия набирала на соседних дачах битый кирпич, так, покупала цемент.
секундочку. Смешивала кирпич, его с значит, водой. Тырила, а цемент покупала. Да, потому что кирпичи, ага, это тяжело и долго их носить. А вот, можно их брать по 3 штучки и носить долгими зимними вечерами. А цемент все-таки не стыришь особенно. Как развлекается Умка? Ты ходит на соседней даче и таскает кирпичи. Битый кирпич, битый. На разрушенных дачах битый кирпич. Вот. И в течение... Битый час таскала битый кирпич. И в течение... Я битые 4 года обкладывала этот сарай. Он маленький, он с меня ростом и немногим толще. Такой. Там помещается 2 лопаты. Современное искусство, я так понимаю. Зачем он тебе нужен? Ну, по кайфу. Кирпичи классно училась. Кум тыква, все такое. Хорошо, как будет называться следующий? Я думаю, как называться будет этот домик. Умкин дом. Ну давай мы его так и назовем. Как бы она называлась? Сейчас придумаем. Мы сейчас старую песню сыграем, называется «Бензоколонка». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Аня Умка Герасимова. Я так в полном объеме. Умка и новый состав. Погнали. И тут стоишь уже, который часа никакого сдвига. Ты зависаешь тут, который раз, и снова-снова фига. Здесь есть столовка в столовке ще. Здесь есть буфетчик за добренище. Она всегда тебя готова накормить, как малого ребенка. Бензоколонка. Спешат машины мимо тебя, для них как будто нету. Ты по дороге потерял себя, попался на котлету. Тебе не всяк, ты утонул в овощах. Тебя зажало в ласковых клещах. Бензоколонка, бензоколонка, бензоколонка. А вот сейчас ведь и не подумаешь, что в свое время, когда еще совсем маленькая Анечка пела в хоре и хотела быть запевалой, и ей не позволяли этого делать, потому что голос был слабенький. Говорят, голос тихонький, тебе запевать тихий нельзя. Голос. Ну, тихий голос, да, не давали запевать. Сейчас микрофон аж выносит, он бедный Серёга. Так я почему так и научился? Назло всем. У Аньки тембр очень интересный. Я давно заметил, когда мне надо было Аню найти в большом скоплении народа, я всегда глаза закрывал и по слуху ориентировался. То есть она что-то говорила, и ты слышал? Да. Она кричала? У нее просто очень специфический тембр. Это даже правда. Если она просто тихо разговаривает, ее можно вычислить в большой толпе. Правда? Я не вычислял, но тебе верю. Как Марков говорил, буравчик. Вот, да. Буравчик. Правило буравчик. Слушай, когда маленькая вот тоже была еще,
и уже кричать умела, а петь громко не умела, да? И меня в лесу прям ставили, папа у меня. Вот сегодня, кстати, у меня великий день, вышла книжка «Воспоминания моего папы», которую я долго готовила. И вот сегодня я похвастаюсь просто. Да, вышла эта книжка, которую я делала. Uh-huh. И, короче говоря, меня папа уйдет куда-нибудь за грибами, и нет его, мобильных телефонов нет. Меня ставили посреди полянки, говорили, давай. И я как «Папа!» там и докрикивалась. Так, нет, и с таким-то голосом, знаешь, а только я все не понимаю, почему тебе, ты училась и сольфеджи училась, и на фортепиано училась играть, и в хоре пела, а запевала и быть не давали. Ну, потом давали уже немножко. Потом. Послушай, у меня вот вопрос. Чисто познакомься. Я хотел давно об этом спросить, но так вот, лично, в глаза глядячи. Ты же закончила школу с золотой медалью. Да, я институт закончила с красным дипломом. Чего ты тут сидишь, спроси, Подожди, мы к этому мы подойдем. Подожди. Литературный институт, правильно? Ну. Кафедра перевода... С литовского языка. Объясни мне, пожалуйста, только вот честно. Почему с литовского языка? Почему? Ладно, перевод поэтический, я могу понять. Поэтический перевод – это весьма сложная сама по себе профессия. Во-первых, стихи – это сложно, а еще и переводить чужие это стихи. Да ничего там нет сложного, если умеешь стихи. Я от себя. Я о себе сейчас, да? Для меня очень сложно, для меня это вообще высшая математика. А еще и переводить чужие стихи с иностранного языка, да так, чтобы это было передать смысл. Потому что есть такие слова, которые в разных языках, которые не переведешь. И это все… А еще и литовский. Почему? Литовский язык мама знала хорошо, они с отцом переводили с литовского, потому что моя мама после института поехала по распределению в Каунас преподавать немецкий язык и литературу. Так мама литовка? Боже мой. Русская? Не совсем. Хорошо, все свои собрались. Ну, язык, в общем, родной язык русский, естественно. Вот. А она очень быстро выучила литовский язык, и это стало ее второй профессией. И ты закончила этот институт с красным литовским? Она меня с детства учила литовскому языку, поэтому... Обалдеть. Да, если я стишок прочту по-литовски, у меня первое желание, если это хороший стишок, перевести его на русский язык. Прочитай. Ой, у меня там в рюкзаке осталась целая книжка, которую я сейчас перевожу. Ну, сейчас тогда перевожу в паузе, ладно? Чудную книжку. А так наизусть не помнишь ничего? Боюсь напортить. Ну, мы все равно литовского не знаем. Ну, как звучать-то будет? Ай, по-литовски прочитать? Да. Нет, все-таки надо с книжкой. Очень боюсь напутать. Хорошо, ладно. Для меня это большое дело. Человек серьезный. Но я хорошо знаю литовский, да, правда. Я верю, я просто хотел послушать, как это звучит. 5 книжек уже перевела. 5? Вот сейчас только 5 поэтических книжек за последние несколько лет перевела. А так вообще перевела гору всего. Анечка, а что это за поэзия тогда? Современная поэзия современных сегодняшних литовских поэтов? Сейчас я перевожу не современного, а... Это он начал в 30-м году публиковаться, потом уехал за рубеж и умер в Америке в 70-м году. Радаускас его фамилия, чудный литовский поэт, замечательный, такой чистый-чистый модернист, такой вот типа Ходосевич, я бы сказала. Очень хорошо знал русский язык, любил Пастернака, Мандельштама, прекрасно знал поэзию. Вообще у тебя все запутано, на самом деле. В твоей биографии поступила на переводческий... На факультет художественного перевода с литовского языка, а в итоге сама диплом защищала по абериутам, как это я понимаю. Это не диплом, диссертация. А что это? Диссертация была по абериутам. Диплом был с переводами. С переводами. Ну, Веденский, например, тот же, там, Хармс, имею в виду абериутов, те, кто не очень в курсе, кто это, потрясающие авторы, я их сам любил всегда с самого детства. А почему вот такие скачки-то? Ну, хочется чего-нибудь еще другого, интересного. То есть ты такого. Человек неугомонный, ты не можешь сидеть на одном месте, ну, тебе нужно нет, что-то не такое могу. Необычное. Нет, ну мне просто интересно очень было написать диссертацию про Хармса и Веденского. То есть это был такой удивительный ход. Угу, угу. И диплом? Диссертация. Фу, диссертация защитилась. Защищена, да, была через 3 года после ее написания. То есть ты кандидат? Да. Кандидат наук? Безусловно. А когда докторскую тогда чего ж не стало уже? А вот я вместо нее стала песню петь как Понял. Раз. Понял. То есть обратно. Ты доктор по жизни, получается. Доктор наук. Да, причем доктор – это девичья фамилия одной из моих бабушек как раз. А, ну так все тогда все Поэтому складывается. Поэтому доктор я по определению. Тогда вообще без вопросов. А другая бабушка была врачом. Тоже доктор. Тоже доктор. Послушай, как здорово. Олег Фриц пишет. Привет. О, Фрицу привет огромный. Привет, Аня. Очень обрадовался, как узнал, что ты будешь в эфире своего. Большой праздник. Каждому, кому из друзей успел, разослал анонс. Спасибо тебе и своему радио. Ждем тебя в Славянске. Да, это удивительный человек. Он живет в Славянске. Он собирает там концерты домашние. У него и Чернецкий много раз был. И Силе, по-моему, Несмотря было на все рада. Вот эти вот... Но это было еще до того. Угу.
Но и потом он оттуда уезжал, и потом вернулся. И он мне такую всегда очень правильную, своевременную информацию с разъяснениями происходящего присылает. Ну, то есть ты в курсе того, что там происходит? Да. Это очень хорошо, когда, знаешь, как-то, не помню, где вычитал, замечательная мысль. Сейчас как раз с этой мыслью стараюсь ужиться, так для того, чтобы самому уже за свою ее принять. Знаешь, как мы все перерабатываем, да? Каждый человек имеет право на мнение, но ни один человек не имеет права на факты. Поэтому факты... Если это факты его биографии, то имеет. Это правда, если касается его биографии. А если речь идет в принципе о фактах, то надо их проверять 300 раз и 500 раз пропускать через себя. А давай-ка попоем еще. Очень хочется. Попоем с удовольствием. Чего это будет? Ну, как называется? Попоем. Будем... Давайте, Вася, сыграем с вами стрекозу. Стрекозу? Да. Давайте стрекозу. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Умка» и новый состав. Нет. «Умка» и «Вечно новый состав». Хорошо, мы меняем название. «Умка» и «Вечно новый состав». К концу как назовемся, пока не знаю. Пела стрекоза прекрасным летом дело. Я имела с белым светом разве? Тело может быть повторным зиму. Нарисуем черным, позови меня в дальний путь. Назови меня как-нибудь, научи меня в тишине, отпусти меня ко мне. Звезды дырки в черном покрывали, помнишь, мы под ними ночевали, только спать под ними невозможно слишком странно и тревожно. Позови меня дальний путь, назови меня как-нибудь, научи меня тишине, отпусти меня ко мне. Скачет стрекоза и машет телом, плачет муравей, он занят делом, начат день веселым белым светом, значит, дело было летом. Позови меня в дальний путь, назови меня как-нибудь, научи меня в тишине, отпусти меня ко мне. Быстро время бегает по кругу, мысли не дают дышать друг другу, солнце тонет в тучах злого дыма, только это поправимо. Позови меня в дальний путь, назови меня как-нибудь, научи меня тишине, отпусти меня ко мне. Песня снова длинной быть не хочет, слышишь, муравей в земле хохочет, пела стрекоза прекрасным летом, белым, белым, белым светом. Позови меня в небеса, назови меня стрекоза, научи меня звонко петь, отпусти. Хитовенько. По-моему, я с перепуга один куплет все-таки пропустила. Ну, и ты понимаешь, какая штука? Вот этот слот сказал с перепугу. Чего ты пугаешься-то? По-моему, ты человек, которого напугать... Я пошутила. Ничем. Не... Вот, хорошо, что это была шутка. Знаешь что, прочитаю-ка я вот какое сообщение. Оно с вопросом от Феди. Ну, такой ник. Федя, жизнь кайфова. Вот так. Хороший вот. Спасибо за гостя. «Умку» слушаю еще с тех времен, когда существовала программа «Антропология» Дмитрия Деброва. Там «Умка» замечательно пела с Ольгой Арефьевой и группой «Брони Ковчег» или «Ковчевичок». Господи, вспомнил. Люди помнят. Может быть, не совсем, конечно, корректный вопрос. У меня, на самом деле, не было такой группы. Да понятно, что вы же стебались, я так понимаю. Но почему нет совместных концертов сейчас, спрашивает Федя. Ну, Оля, свои концерты, у меня свои. Это ответ.
Да. Развивать не будешь? Да, а что развивать? Все, ну, понял. Там у нее совершенно другое направление. У нее театр, какие-то у нее там балет, цирк, разные там. Что ты смеешься? Я серьезно говорю. Человек, да, действительно, она пишет человек книжки, между прочим, с интересом относится к, вот, к этой вот стороне жизни. Я, значит, тяп-ляп. Прыг-скок. Не-не, я смеюсь просто потому, что я Ольку последний раз на нашествии видел, и она действительно, у нее такой костюм, который мог только, не знаю, специальный костюмер. Она очень любит, место, да, театрализацию, да, костюмы, и очень, песни, да, у нее такие, да, вдумчивые. Она была в живых несколько раз, мы ее знаем хорошо. И очень хорошо понимаю, почему она такая. И, кстати сказать, ее замечательные двустишья, я считаю, что это вообще откровение. Ради бога, откровение. У меня тоже есть двустишья, но я не буду его читать. Нет, она неприличная. А, ну одну? Она уже по всему интернету считается, что она ничейная. Нет, это самое гениальное. Я могу только первую строчку прочитать. Мы будем забыты эпохой. Понял. Вторую нельзя, да. Это мое двустишие. Весь интернет считает, что это народное уже. А это оказывается ум. А это оказывается. Я сочинила в 2003 году. Ха. Клево. Ух как, Наталья Утинопиш. Напоминает подлестничные институтские песни, которые пели за рюмочкой. Душевно аж до дрожи. Ах, вот она, подлестничная. Душевно аж до дрожи, пишет Наталья. Господи, и голос, короче, ты. Ностальгия по юности. О, понимаешь, что с людьми ты творишь? Ностальгию вкатываешь людей. Бедные. Ну, то есть, наоборот, они счастливые. Они счастливые люди. Сегодня они самые счастливые. Просто потому, что они... Ну, я вообще, знаешь, что такое... А ты как ностальгируешь вообще, в принципе? Вот ты что-то вспоминаешь хорошее из прошлого? Я, ребята, вам честно скажу, на самом деле ностальгия – это очень серьезная болезнь. Болезнь? Это болезнь, она называется ностальгия, тоска по родине, и испытывают ее только те люди, которые по тем или иным причинам покидают родину, и то не все. А если я попыталась, секунду, ностальгирует... я вам расскажу про... Нет, ностальгия по времени... Это не то, да? Это шутки по сравнению с ностальгией по пространству. И я в прошлом году попробовала вот примерно в это время представить себе, что будет, если я никогда никуда не буду возвращаться. А что, подумала я? Я такой гражданин мира, сейчас я покатаюсь, и будет ништяк. И поехала кататься. Туда заехала, сюда заехала, там поиграла, сям поиграла. Два раза в Америке была, там 100 раз в Европе, там в Израиле, в Грузии, еще где-то еще. Вот, я начала серьезно болеть. То есть у меня вся внутренняя моя как-то заболела. То есть потянула на родину? Да не то, что потянула, а просто как бы вот я себе прекрасно представила, что такое ностальгия. То есть ты считаешь, видимо, что... люди, у которых эта болезнь есть, то есть мне Юля Беломлинская сказала прямо, что да, такая штука, это у некоторых людей эта болезнь есть, у других людей нет. Кто-то у которых есть, им приходится возвращаться. Послушай, тогда ты считаешь, что ностальгия по скажем так, времени, это нет, ерунда? Нет, это не ерунда, это просто фигура речи. Это все равно, что сказать девушке, там, ты там такая красивая, что я хочу тебя съесть. Да? Угу. Да, понятно же, что это фигура речи. Да? Ну, в общем, кому как. Или там, как есть такие люди, говорят, которые хотят реальности. Вкусный звук, там, например. То есть вкусная песня, я говорю. Это как бы такое выражение. Вот ностальгия по временам, ностальгия бывает только по пространству. Понятно. Ну, значит, в таком случае мы надо предупредить всех, чтобы люди, вспоминая прошлое время, не называли это ностальгией. Нет, пусть, пожалуйста. Это на самом деле не моя. Я даже не помню. Это кто-то из великих русских эмигрантов сказал, что ностальгия на самом деле это определенное совершенно состояние человека, который уехал. Ну хорошо, я подумаю об этом. Вот мне сейчас просто будет некогда думать, мне надо разговаривать. Я иногда тоскую по старым временам. Вот почему конкретно? Например, я люблю, когда ко мне ходят в гости, да. А поскольку я очень много лет нигде не жила, а потом переехала вообще в Зеленоград, то ко мне тем более никто не ходит в гости, а ко мне ходят в гости только единственный наш сосед Леша Коблов. Он, конечно, очень хороший, замечательный. Надо тебя познакомить с Инной Желанной. Больше там никто не живет. А? С Инной Желанной знакома ты? Я знакома с Инной Желанной. Только она живет в Зеленограде. Нет, ну мы так с ней знакомы, не до того, чтобы... Там много есть знакомых, друзей в этом Зеленограде. Там такая хорошая рок-тусовка. Но никто в гости... особо не ходит. И Коблов тоже предпочитает гулять вокруг дома, а не в гости ходить. Почему? Мы любим там гулять, там лес. А, ну нет, ну когда есть где гулять, я понимаю, почему. Что дома сидеть, когда лес кругом? Да. И вот я, например, скучаю по гостям,
по вот таким временам, когда сидят на кухне, разговаривают все. То есть неужели сейчас это невозможно? Нет, это может быть возможно, но мы все так далеко друг от друга живем, что... Вот меня, например, Горчаков сегодня спрашивает, почему ты никогда не приходишь ко мне в гости? Я думаю, а что это действительно... Наверное, ну просто как-то... Ну повода нету, ну как я в гости приду вдруг? Без повода. Да, спасибо. Вот мы когда... Мы к Ойстраху часто заходили с Борей в гости, но в основном, когда нам... Когда у нас не было своей квартиры, нам негде было жить. Мы с Борей приходили к Ойстраху жить. Почему? У меня даже как-то прожили несколько дней, да. Да. По-моему, очень... Смотри, он может быть, даже больше. Помнит об этом. Несколько раз прожили несколько дней. Да? Да. А, нет, ну раз ты не помнишь, что несколько раз, значит, хорошо все было. Значит, все было нормально. Мы не хулиганили. Значит, не успели надоесть, да, не успели нахулиганить. А он сам уехал куда-то. Понятно. Не, все хорошо, просто там... Анька с Борькой, например, очень не любят там посторонних звуков, там еще чего-то, да, они такие. Ну, естественно, строгие, когда ты приходишь в комнату, начинаешь там играть на трубе или на гармонике, то, конечно, ничего хорошего, мы очень строгие. Особенно если спишь в это время, приходит Ойстрах в смазанных сапогах с баяном. Ну, он же, кстати, домой приходит. Он просто, может быть, забывает о том, что у него гости. Ну, или, например, вот мне курить нельзя в присутствии. Да, прям заходит в комнату, ты там спишь, приходит Ойстрах, курит из смазанных сапогах, дегтем воняет. Но все равно ты при этом в гости их зовешь. Не, ну, конечно, он зовет, а мы уже не приходим. Я говорю, пока сапоги не снимешь, все. А если снимет, так еще даже. Давайте поиграем что-нибудь еще, ребята. Давайте. Что это будет? Давайте вместе все поиграем что-нибудь. Ну. Вот, которую мы на настройке. Ну, давайте, она без названия. Она такая у нас, сравнительно новая считается. Называется, как она называется? Араба на покой, наверное. Или наоборот она называется. Да, наверное, так называется, да? Мы погонялись миром на перегонки, показывая результаты, когти и клыки, что мир сказал, что он уже устал. Да, мир сказал, ребята, я уже устал. Тихо показал нам место у реки, где тихо зажигали сверчки и светлячки, а не вокзал и даже не спортзал. И мне сказал, ребята, я уже устал. Пора бы на покой, пора бы на покой, пора бы на покой, пора бы на покой. Кто ты такой, чтоб звезды с неба рвать рукой? Карета видит тыквы, во весь опор летит, препоны понатыканы на нашем пути, а над рекой туман и покой. Подумай, кто ты такой, чтоб небеса хватать рукой? Пора бы нам домой, пора бы и домой. Пора бы домой, чтобы жить там с умом, с этой драной сумой. Сидя над рекой, подумать, кто ты такой. Практически премьера, как я понимаю. Да, ну, если она свежая песня, значит, премьера. Послушай, у меня вот... Не очень, она уже свежая. Свежих нету. Нету? Да. А чего так? А что-то как-то не поется мне. То есть петь споется, а сочиняться только стишки. А вот смотри... Я пока ты пела эту песню, вдруг вот о чем подумал. Есть такое ощущение, что ты немножко, ну, в таком контексте, немножко небрежно относишься к своей музыке вообще. Как это? Сколько у тебя альбомов? Вот скажи, сколько у тебя альбомов? Ну, больше 20, наверное. Сколько конкретно? Понятия не имею. Вот оно так. Да сколько после 20 считать? Не, ну, номерных может быть 15. Я не точно помню. Если я сейчас перечислю по пальцам левых рук и ног, то да, я вспомню. Вот. Я могу все их назвать, перечислить. Можешь? А считать дореволюционные, которые 86-го года, или нет?
Подожди, а ты какую революцию имеешь в виду? Психоделическую и сексуальную, как всегда. Ой, в 86-м году Анька так пела, мне как-то попала в руки вот эта кассета, кассета 86-го года. Которая ух. Записана в магнитофончик была? Ух, как, да. Как же, а куда же? Вот, то есть в дырочку магнитофона писали, да? Да. Кто любит умку и не слышал этого... Кто любит умку и не слышал 86-й год там какой-нибудь, он прозреет, конечно. А какая тебе попала кассета? Ну, я не помню, но какая-то вот 86-го года. Мне кажется, сейчас лучше поем. Вот так, конечно, лучше. Ну, да-да, вот так пела, очень круто. Я просто знаю как часть биографии Умки. Ну, кстати, может быть, в этом и есть прелесть некоторая, да, что не совсем удачное замужество, которое отвлекло от музыки, если бы не... Да нет уж и отвлекло. А вот представь себе, чтобы тебя втащили бы во всю эту, так сказать, как ты сказала, постреволюционную русско-рокерскую хренотень. Я вот упираюсь русскими этими, как их, ручками, ножками. Их, слава богу, потому что ты в это все не влезла. Так вот, и я бы и не влезла. А не втащили бы, думаешь? Mm-mm. Нет? Не-не, меня невозможно. Тогда давай так, вот с тобой очень хотелось бы эту тему тоже немножечко размять. Вот это вот тема русского рока, так называемого, да? Я же ничего против этого не имею. Будем называть его своим роком. Почему? Почему, как ты думаешь? Ну, ты человек сведущий, ты человек просвещенный, ты человек образованный, глубокий. Подожди, это я сказал. Это я сказал. Значит, поэтому не реагируй так. Я же могу высказывать свою точку зрения. Имею право. Я же поддерживаю разговор. Хорошо, тогда ладно. Ты как думаешь, почему аудитория, ну, я имею в виду слушательская аудитория, да, вот та, которая составляет, в общем, составляет толпу, приходящую на концерты, считает русский рок чем-то, ну, практически священным, чем-то совершенно необычным. И когда я говорю, ребята, русский рок — это рок на русском, китайский — на китайском, французский — на французском. Почему к вот этому термину нужно относиться с таким пиететом, почти как святая белая корова? Вот Семен, ну да. Ты работал на нашем радио. Ну, конечно. Ты мне задаешь этот вопрос. Так я, работая там программным директором, этого сам понять не смог. Ну, вот ты же человек... Ну, они же специально сделали этот бренд для mm-hmm. того, чтобы их кто-то уважал и слушал. Ну, иначе же это невозможно продать. Угу. Никак. Угу. То есть ты полагаешь, что это было придумано сознательно для того, чтобы коммерциализировать эту историю? Ну, я думаю, что ты хорошо знаешь людей, которые выковали, так сказать, но этот бренд. Те, кто это делал, ладно. Те, ты кто же это понимаешь, зачем они это сделали? Ну, коммерция, потому что бизнес. Иначе это никак не продать. Непонятно, чем это хорошо. Угу. А давайте скажем, что это ух, как вообще, это не просто хорошо. Вы не понимаете, даже то, что это вот не такое, это самое ценное, это самое лучшее. Вы не понимаете, это вот святое. Люди, да, святое, классно, будем. Угу. Ну, я не знаю, может, я не права. Я с наслаждением тебя слушаю. Да? Я, может, я кого-то оскорбляю. Я очень люблю слово «оскорблять». Можно хорошо произносить его, «оскорблять». Я не... И оскорблять человека, и оскорблять человека. В русском языке есть такое слово, которое можно употреблять. Я очень это как, вообще дистанцируюсь. Вот я об этом, я от этого я и счастлив, что ты от этого дистанцируешь. Вот такая печальная вещь. Какая? Я бы сказала. Чуть ближе, можешь к этому микрофону ближе? А, да, я не в то говорю. Да-да. Вот когда вот мы все начинали играть там вместе как-то в начале 80-х, пошла вот эта волна, что можно, я помню это изумление, что можно по-русски петь рок и будет, ну... Кайфово. Кайфово. Вот. Было очень много хороших, талантливых, интересных, изумительных людей. Потом возник... потом, значит, сказали, ой, а сейчас вообще будет круто. Потому что сейчас вот такое вот понятие возникает, русский рок. А потом еще и специально даже радио, которое будет крутить этот рок. И вот сейчас-то вот все будет вообще прекрасно, как просто как по маслу. И вдруг оказалось, что туда берут-то совсем не всех, а что-то какое-то определенное. Там что-то определенное должно быть в этом, угу. Чего не было ни в чем из того, что мы более-менее любили. Да? Вот. И началось какое-то такое вот расслоение на вот такой вот этот советский мейнстрим и, так сказать, то, что мягенько так и осталось за бортом. Угу. Я носила, между прочим, командовать парадом на какое-то радио. Угу. В свое время. Это у меня диск какой был в 98-м году. Но как-то он незамеченным прошел. Но в ротации своего радио есть песни. Песни от Умки и Броневика.
есть в ротации в обязательном порядке. Я считаю это большим упущением, что радиостанции не транслировали эти песни. Я считаю, что это большая потеря, потому что... Никакую потерю. Есть же интернет. Это же я говорю. Ну, хорошо, хорошо. А интернет, понимаешь, какая штука? Вот это большая ошибка, когда говорят, что есть интернет. Серфить, искать, ковыряться, люди ленивые. Ты понимаешь, вот это вот... А еще есть одна фишка, о которой ты правильно сказала, что придумали некий бренд, русский рок, и сказали, что это хорошо. Да. И человек в это верит. Как любой бренд. Это человек... же американская история. Абсолютно. И человек в это верит. А вот когда он находит что-то любопытное для себя... Вроде бы хорошая песня, слушает, потом думает, блин, а может я один такой дурак, что мне это нравится? Надо же кому-то еще показать. А как вот это сделать? Сказать, и послушай, как тебе нравится? Нет, человек скажет, да нет. Все. А если это крутится в эфире радиостанции, и это многим нравится, вот тогда у человека возникает стойкое ощущение, что это хорошо. Поэтому интернет интернетом, а радиоротации никто еще пока не отменил. Помнишь, была такая программа, что-то, а вам это надо или оно вам надо? Оно вам надо. Вот в этом оно вам надо, вот как раз, меня как раз пару раз, по-моему, и ставили стеклянную рыбку и что-то еще метроном, по-моему. Вот это уже, а оно нам или вам там надо, вот как-то. Ну и да, и аудитория говорила, что не, нам типа это, типа ну, это или не надо. Да, надо, или нет, не надо. Но вот почему-то про группы вот с односложными названиями, не будем их называть, вот никто не спрашивал, надо оно или не надо. Говорили, оно вам надо. Им говорили, что да, надо. Значит, ну, смотри, рассказали, значит, я надо. Я тебе скажу, что вот из, так и на Западе происходит. Из периода «Умка» и... Несколько иначе, потом поговорим. Из периода «Умка» и «Броневик» в ротации своего радио сейчас есть «Без охраны», «Велосипед», «Время на твоей стороне», готовый, «Караул устал», «Ничего страшного», «Новогоднее», «Про быков», «Райком закрыт», обожаю, «Сибирь». Котики. Вот это вот... самые лучшие песни. Это я выбирала или вы? Нет, это я выбирала. Молодец. Это я выбирала из того массива, который у меня был. Я выбирала именно эти песни, потому что они правда клевые, они о многом говорят. Если человек с мозгами, если у человека есть, ну, скажем, понимание того, что есть метафорическое мышление, если человек понимает, что все... Вот, знаешь, я обожаю, в кавычках, тех поклонников русского рока, которые, услышав фразы, типа, сморкался дождь на стекло, говорят, ты что это такое? Это что, вот это о чем оно? Что вижу, то пою, что ли? Ты мне спой нормально. Шел дождь, все ж понятно. Он у Шевчука. Осень, и все хорошо. Нет, я люблю Шевчука. Но просто от осени уже тошнит. Я вот хочу про дождь одну вещь сказать. Давай. Когда вот еще люди приносили... Вот сейчас, к счастью, вот интернет, за что я его люблю? Что можно там не слушать и не смотреть то, что присылают. Это как мы бабушка с дедушкой шутили. Ну, то есть был такой анекдот в свое время. Чем хорош хор Пятницкого? Правильный ответ. Тем, что его можно выключить. Вот чем хорош интернет? То, что можно не читать и не смотреть то, что там присылают. Значит, а тут просто приносили живые люди, живые кассеты, диски, говорили, Аня, послушай, вот мы записались, значит. И вот когда-нибудь, где-нибудь, а мы еще нигде не жили, вот стоит эта коробка, куда-нибудь привезешь ее кому-нибудь, у кого там можно пожить немножко, начинаешь ее тыкать во все носители по одной и слушать, что же люди за год-то понаписали. Вот тыкаешь туда эту кассету, а там слово сразу «дождь». Эта кассета сразу в угол летит. «Дождь». И таких было очень много, это было большинство. Это был период дождливый в России. Слушай, можно, кстати, сезон дождей. Классификацию устроить. Знаешь, там «дождь», «кровь», «любовь», там, ну и так далее. Нет, не «кровь», там бывает «дождь», а бывает вариант «Солнышко, война». Это вот, который вот, летом подражает. Да, называется «Солнышко». Это этот сказал Цукер в Харькове. «Солнышко, война», ну знаешь. Ну или там всякие там «Заворотень, выворотень, зажигание». «Заворотень, кишок». Давайте петь, ребята. Петь, хорошо. Что это будет? Что же мы будем петь? Не знаю пока. А? Не знаю пока. А с кем же я это буду играть? Вы это никто не сыграете. Что, Вася, попробуем? Ну, давай попробуем. А что, мы Уйстраха на прошлую не пустили, на эту не пустили. Сейчас посмотрим. В стране сугробов человеческий рост. В стране бескрайней, как бессонная ночь. В стране забывшая ответа вопрос. Я как приемная дочь. Погоня спят, а мне не до сна. Летит и светится в окошке луна.
Я никогда не бываю одна, я все время одна. Летит поезд из Сибири в Сибирь, грозная заря, как снегирь. Летит навстречу степи, снегом меня слепи, солнцем глаза залепи. Я не замечу страну медведей, медвежьих углов, страну протяжную, как песня без слов, передвижной энциклопедии снов. Я прошиваю насквозь, и словно нитка за блестящей иглой, мои слова летят следом за мной и расплываются цепочкой цветной, чтоб слиться с белой страной, сонной страной луна. Грудь летит, как снежок, поезд совершает прыжок. Заря навстречу страна, я тебя с собой населю, спящую тебя полюблю. Очеловечу. Сибири в Сибирь, грозная заря, как снегирь. Летит навстречу в степи, ты со всех сторон обступи, стрела об меня затупи. Я не отвечу в ночи, шар темно летит, как снежок, поезд совершает прыжок. Навстречу земля, я тебя с собой населю, спящую тебя полюблю. Земля, я тебя с собой населю, да? Послушайте, ну, понятно, что когда речь идет о Ане Герасимовне, понятно, что этот человек, честно, она не слышит меня, сейчас отключу я микрофон, чтобы возражать не могла. Человек глубочайший, безусловно, но, ой, страх, я к тебе хочу. Микрофон возьми, пока она молчит. Я быстро, да. Да. Скажи мне, она сентиментальный человек? Я уже понял по жесту, что да. Знаешь, я просто подумал, как правильно ответить. Анька — это такой человек, в котором намешано столько личностей, и они как-то в ней непонятно как уживаются. То есть Анька — это такой сложно подчиненный бутерброд. Подчиненный, они словно подчиненные. Сложно подчиненный, я сказал. Почему сложно подчиненный? Кому подчиненный? Сама себе. Да, конечно. Ну, нет, ну на самом деле, да, это такой очень сложно подчиненный слоеный бутерброд, да. И там иногда такие очень разные слои. Сам ты бутерброд. Неожиданно встречаются, знаешь, когда вдруг малиновое варенье, и тут же лосось. И вот как-то, да, вот. И то вкусно, и то вкусно. Да, и то... А включите мне микрофон, я скажу цитату. Ты уже все, тебя слышен. Вагинова, помнишь цитату? Евгений ел селедку с малиновым вареньем и утверждал, что это очень вкусно. Не помню, да. Кстати, да, это вкусно. Вот, поэтому там сентиментальность запросто соседствует с какой-то страшной прагматичностью и так далее. И где начинается... Вот ты какой Гницкий нарисовал портрет. Одно с другим совершенно непонятно, да. Спросил, это не сентиментальность, это способность глубоко переживать, дурак. Спросил не зря. Я спросил, и не прагматичность, не зря. Это реалистичность. Смотри, все поставила по местам, по полочкам все. Я спросил, потому что сообщение очень пришло интересное, я не могу его не зачитать. Эрис Ламия пишет, девушка, судя по всему.
так зовется. Ну, по-моему, девушка это. Эрис Лами. Сейчас узнаю. Я просто сообщение вижу. Сейчас уже все равно, кстати. Почему-то не вижу. Да, вижу аватарку, там женские глаза. Вот что глаза пишет. Могут быть любые. Впервые, хотя да, впервые услышала песню «Умки». Услышала, значит, все-таки девушка. Чуть больше, да, года назад. Песня была старая, «Дети цветов». Со слов самой Ани, человека ее написавшего, уже нет давно. Но для меня она как дверь в стене из рассказа Уэллса. Аня, спасибо за недавний концерт в Минске на фестивале «Дах». За ваши песни спасибо и стихи. Да и просто за то, что вы есть. Большое спасибо. Я пока есть, да. Благодаря вам во многом, мои дорогие друзья. И физически, и морально я есть во многом благодаря вам. Потому что вы мне все время присылаете что-нибудь, и физическое, и моральное, поддержку свою моральную, материальную и всяческую помощь. И за что вам большое спасибо. Все-таки вот сентиментально, вот. Это круто. Это ничего сентиментального. Подожди, 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 я же вижу глаз твой. Вижу... что, это не сентиментальность, сентиментальность, знаешь, что такое сентиментальность? Чего? Ну давай, покажи. Сентиментальность — это фальшивая чувствительность, вот что такое. Почему сентиментальность? Почему фальшивая? Ну потому что. Когда человек плачет, на, не знаю, от того, как гибнет собачка, например. Стоп, это секунду, не сентиментальность. Стоп, секунду, а ребята, можно... Нет, Остер, секундочку одну. Очень важный сентиментальность момент. — это вот свой плач по гибнущей собачке выложить в интернет, вот это сентиментальность. А, да? Мне кажется, да. А я как раз хотел... Если человек способен растрогаться, это не сентиментальность, мне кажется. А что это? Да? Я как раз хотел согласиться. Это как чувствовать. В театре там эту, и на шатыре нюхали, чтобы слезы были, да, чтобы показать. Наш вот, отырь, ваш отырь. Ваш отырь, да. Не, ну я вот... Их отырь. Своя отырь. Их отырь. Имеет в виду эту семью. Когда я хочу чувствовать сильно. Вот. Это сентиментально. Или что я хочу показать, да, что я хочу так почувствовал. Я хочу чувствовать. Даже не обязательно, ты сам не понимаешь, когда ты врешь, когда ты не врешь. Да. Подожди, вот я не... Вася филолог, между прочим, как и я, кстати. Я понимаю, я слышу по речи, что там все люди. Хорошо. Вопрос в другом. Я, например, не могу с этим согласиться. Знаешь, по какой причине? Потому что вот когда свои дети, скажем, да... Я просто знаю это. У меня пока не дедушка, слава богу, пока еще. А я дедушка. Да, бабушка скорее. Да, я бы так даже сказал. Но тем не менее, я просто знаю по родственникам, когда свои дети, с ними как-то все жестко и достаточно серьезно. Как только внуки, и сразу сюси-пуси появляются, и пулилипути-пусички, в попу мы целуем, и говорят, что что-то мы с годами стали все больше сентиментальными. Вот, поэтому мне кажется, что нормальное чувство, сентиментальные ощущения. Мне кажется, это нормально. Вот это ми-ми-ми, это хорошо, да? Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что оно само по себе существует без выкладывания в интернет. Еще одно сообщение прочитаю, потом что-нибудь надо будет спеть. Смотри, Денис Козельский. Не скажу, что являюсь вашим поклонником, но с творчеством группы «Умка» и «Броневичок» знаком с эфиров по радио России с Дмитрием Добрыниным. Если я не ошибаюсь, да, я могу спутать, пишет Денис, то вы были лично знакомы с Егором Летовым. Нет, не была, к сожалению, знакомая. Ну вот все, вопрос тогда снят. А потому что он тут дальше спрашивает насчет потому что с Наташей знакома хорошо. А, как, ну тогда он пишет, что для вас было творчество Игоря Федоровича? И есть ли в планах концерт в Омске, ну или в ближайших городах? Человек оттуда. Я езжу в Омск уже сравнительно довольно часто. То есть я как начала туда ездить пару лет назад, так не могу остановиться, потому что у меня там прекрасные друзья, замечательные. Там просто один из главных городов России, Омск, оказался внезапно. Значит, что касается Егора Летова, то это абсолютно безусловно один из главных людей 20 века вообще. То есть вообще в принципе. И все, я думаю, что я ответила на этот вопрос. Более чем. Дмитрий Мулыгин, не знаю, знаком ли ты с творчеством Димы, это группа Ворон Кутха. Ой, знаешь. Вот он пишет: «Здрасте всем, Аня, прекрасно, а за Сибирь прям спасибо очень». Спасибо. Когда коллеги благодарят искренне, мне кажется, это супер. А чем мы сейчас закроем? Потому что нам сейчас надо что-то спеть, потом мы уйдем на паузку, на небольшую, потом вернемся в студию. Но чем хотела бы ты сейчас завершить этот час? Что-нибудь мы как что такое сыграем? Что-нибудь? Классическое. Окей. Буквально. Что же мы такое классическое-то сыграем? В до мажорчике такое. О! Давайте все вместе поиграем. Угу. Только давайте поиграем, вот не бойтесь ничего. Вы все эти песни знаете и уже играйте как-нибудь посмелее. А то вы так стараетесь не налажать, что мне даже стыдно. Я была с моим народом.
счастью был. Кормит вся страна. Они потеют, я потею. Они пищат, я пищать. Они хотят, и я хотеть. Они несчастье, я несчастье. Я была с моим народом там, где мой народ несчастье был. Такое положение вещей, когда человек должен выбирать, ехать ему в Крым или за границу, кажется идиотским, конечно же. Меня извиняет то, что эта песня старая, ей уже почти 15 лет, может быть 15, а может быть даже 20. Да, ей, наверное, лет 20. И тогда это не было альтернативой. Захотел в Крым, поехал, захотел за границу. Одно другому не мешало. То есть это была просто смешная шутка. Он вагончика качался, продавали бабки лук. Мимо ехал, мимо мчался славный город Бузулук. Возьми на полке пирожок, гвоздями положи туда зубы. Они потеют, я потею. Они пищать, я пищать. Они хотеть, и я хотеть. Они несчастье, я несчастье. Я была с моим народом там, где мой народ к несчастью был. Ну что ж, давайте двинемся дальше с удовольствием и радостью. Сообщаю, что здесь сегодня Умка и, как она сказала, совсем новый состав. Нет, так... нет, не совсем, я сказала. Это совсем не группа «Новый состав», но это просто мои друзья, которые иногда со мной играют. Да, но Умка-то вы знаете по проектам «Умка и броневичок», «Умка и броневик», «Умка и бро». Вот теперь состав несколько иной, а сегодня просто друзья, которые помогают. Вот так я понимаю. Давай, наверное, что сделаем? Споем еще что-то, а потом я знаю, что... Я уже... Хорошо. Нет, ну я хорошо, можем... Просто пауза была большая, очень хотелось бы песню, а после этого уже к стихам вернемся. Мы говорили о твоих переводах, и любопытно, как это все звучит. Мы что-то хорошее споем. А до сих пор или было... Ну, тут все было хорошее. Давай хорошее. Поехали? Все готовы. Давайте, ребята, пободрее, бодренько, бодренько играем. Кокосовой пальме кругом была вода. Мы висели на кокосовой пальме, кругом была вода. Мы висели на пальме, кругом была вода. Мы знаем, что оттуда мы не слезем никогда. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Темной ночью мы летели в самолете, кругом была гроза. Темной ночью мы летели в самолете, кругом была гроза. Мы летели в самолете, кругом была гроза. Мы знали, в самолете неисправны тормоза. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. И мы садились под каркасные вагоны, чтобы ехать на восток. Мы садились под каркасные вагоны, чтобы ехать на восток. Мы садились в поезда, чтобы ехать на восток. Мы хотели на востоке устроить Вудсток. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Thank you.
пятый, шестой. Мне иногда эта шестая казалась совершенно пустой. Перестройка, перестрелка и опять застой. Но я бегу, 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 пока не крикнут стой. Да не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Да не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Да не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Пока мы скачем по планете, валяем дурака. Пока живем на белом свете, привет, пока. Да не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Пока мы скачем по планете, валяем дурака. Пока живем на белом свете, привет, пока. Ты не волнуйся, мама, ничего не будет хорошо. Да, сейчас в паузе мы... Немножко. Да, да, в паузе мы с ребятами говорили о том, что достаточно необычный получается состав, скрипка и губные гармоники. Давайте завтра так сыграем. Давайте завтра и послезавтра. Я сейчас объявлю, когда. Объявим о концертах обязательно. Давайте, приходите, пожалуйста, завтра. Сейчас мы об этом расскажем, но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы сказать спасибо звукорежиссеру программы «Живой» Сергею Дебальскому. Благодарность за то, что со звуком все в порядке. Так вот, завтра это что будет? Значит, смотрите, я... Вот сделала эту книжку «Папиных воспоминаний». Я ее хочу завтра презентовать, но иначе как сыграть концерт, я не умею ее презентовать. Поэтому я просто сыграю концерт. Это будет два концерта подряд со свободным входом в двух разных местах. Завтра в 9 вечера в клубе «Точка сборки» на Китай-городе. И послезавтра в половине седьмого вечера в клубе «Массолит», в новом помещении «Массолита», Нижегородская, 32, строение 5. Это надо зайти в левую арку и повернуть направо вниз в подвальчик. То есть 15 число «Точка сборки», 16 число «Массолит». Абсолютно точно так. Приходите, пожалуйста, потому что, ну, знаете, как лето, там, в общем, мало ли, может, вас нету. А вдруг будет завтра плохая погода, вот вы как раз думаете, где бы провести вечер. Приходите к нам, вход свободный. Я думаю, что будет хороший вечер. Отлично, давайте вы оба придете, а мы попробуем вместе сыграть, да? Нам еще басового барабана сюда не хватает. Да, Ту-104 самый лучший самолет. Да, Ту-104 куда хочешь довезет. Я, кстати, сейчас удивлен, знаете, чем? Первый раз такое, когда, собственно говоря, вокалист, когда фронтмен или фронтвумен своих музыкантов тоже приглашает прийти на концерт поиграть, так же, как и зрителей прийти посмотреть. Это редчайший случай, на самом деле. Анечка, давай-ка вот теперь к стихам. Во-первых, напомнить надо, что 5 книжек с переводами поэзии литовской — это твоя работа. Я тебя попросил, ты вот это сделала. Прочитай, пожалуйста, как это звучит. Ну, я вот сейчас... я хочу прочитать и стихотворение, и перевод. Можно? Да, обязательно, а как же? В общем, я сейчас перевожу такого поэта. Он называется Генрика Сарадаускас. Это, в общем, поэт середины века. Он прожил все эти войны и революции и умудрился остаться совершенно не тронутым этим железом и огнем, которое, вот как он пишет сам, так сказать, вошло в его судьбу и грохотало в его судьбе. Совершенно чистейший поэт, как вот он должен быть. Я это очень уважаю, и для меня это такой большой пример. И когда мне говорят, что вот, а как же, когда я говорю, что не надо лезть в политику, там прочее, мне говорят, а как же там поэт должен обязательно гражданином быть там и так далее, и так далее. Ну и вот эта вся вот эта тема насчет того, что гражданином не обязан, а поэтом, если уж ты поэт, то будь уже поэтом и слушайте свою любимую песню «Валенки», вместо того, чтобы лезть там... Да, я прочитаю стихотворение, которое называется «Танец». Я его прочитаю по-литовски. Заранее прошу прощения у всех, кто знает литовский язык. Несмотря на свое хорошее знание языка, я все-таки, конечно, не являюсь оригинальным носителем языка и читаю с некоторым акцентом. Шокис. Тавяс нера, тик ранкос, павею кай пугни. Тик карштас жайбас транкус, тик айдас твенкини, но редо варю ратайс, пленинейс степинайс, но дундо мано мятайс, металло купинайс.
Тавяс не рад, и кранкос повею, кайп стекля. Гарсай ир спалвус, рянкас ир плуста готвеля. Квапи аудра сугряуна, поёдусёс намус. Ир драску дангу яуна, перкунас нарамус. Ман лиге шёл неайшку, арту текрай эси. Тау жайбас рашу лайшкус аудрингам дебеси. Ир тау тайпат неайшку, ар аш курнорс эсу. Сунку скайтите лайшкус, угним ан дебесу. И так. По-русски. Танец. Тебя ведь нет, лишь руки по ветру, как в огне, лишь грома перестуки в заветной вышине. Ты медной колесницей по небу пролетал, судьбой моей катился грохочущий металл. Тебя ведь нет, лишь руки по ветру, как в стекле, клубком цвета и звуки несутся по земле, и грозное ненастье сметает ветхий дом, и туча рвет на части на небе молодом. Мне до сих пор неведомо, взаправду ли ты есть. Ты молнией и ветром на тучах пишешь весть. И ты не знаешь верно, я есть или нет меня. Невнятны письма ветра, небесного огня. Супер. Послушай, ну тогда вот какой вопрос к тебе, как человек, который занимается такой непростой работой, потому как перевести, еще рифму из этого сделать, смысл в это вложить, да? Неужели нет или не сталкиваешься ты с трудностями непереводимых слов? Как быть с этим? Вот просто как профессионально. Как быть с теми словами, которые не перевести? Ну как, это все равно, что я тебя спрошу, как ты наушники с микрофоном не путаешь, да? Ну, это... И откуда ты знаешь, какие слова говоришь я в профессионал. Профессионал. Вот, ну так вот поделись немного. Я тебе... Хорошо, я тебе на вопрос отвечу как профессионал. Микрофон, он продолговатой формы. А наушники надеваются на голову. А теперь ты мне профессиональные тайны расскажи, как это делается? Ну, берешь фонарик и книжку. И ложишься спать. Так. И перед сном читаешь эту книжку и думаешь, елки-палки, где же рифма, как же ты, вот. И засыпаешь, крутишь это, крутишь в голове. Засыпаешь, утром просыпаешься, ну и там бабушка надвое сказала, или у тебя есть этот четверостишь, или его нет. Вот такое примерно. А можно ли назвать переводчик в таком случае соавтором? Я стараюсь держаться скромно. Хотя есть такое знаменитое высказывание «Переводчик в прозе, раб в поэзии, соперник». Я стараюсь не соперничать с людьми, которых я перевожу, и никогда не переводить поэтов, которые пишут хуже, чем я. Угу. То есть у тебя еще я и планочка есть. Я себе планочку ставлю, будь здоров. То есть если я не восхищена творчеством данного поэта, я его не перевожу. Угу. Вот. А почему? Ну как? Это же понятно. Ты же можешь улучшить. В таком случае. Нет, нет, ну это непристойно. Зачем переводить плохие стихи? Умница. Они на своем-то языке не должны существовать. Что сказать, она умница. Передо мной сидит просто тихо, спокойно, робко даже где-то в некотором смысле гениальная женщина, которая не считает себя гением. Просто я человек, говорит она, который умеет делать что-то, чего, возможно, кто-то другой не умеет. Я секрет открою. Женщина не бывает гением. Гения? Женщина не может быть гением. Женщина может быть талантливой, одаренной. А мужчина? Только мужчина гений. Нет, нет. Женщина гением быть не может, по определению. Гений... Нет, я не люблю Цветаеву, простите меня. Она, конечно, считала себя гением, но не люблю я ее вот именно за это. А Дима, там сидит вот Дима Горчаков, наш друг, на стульчике, и разглагольствует про то, что женщина может быть гением. Дима, я ценю твой порыв, но я мой не считаю... Мой не оценила, Дим, а твой оценила все-таки. Нет. Вот. Кстати говоря, я хочу назвать еще одного прекрасного человека, который сидит скромно на диванчике. Это Саша Сапко, который принес мне свою отличную гитару поиграть в очередной раз. Спасибо. 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 Послушай, я тогда знаю, что в твоей биографии был еще и, не знаю, эпизод это был, или, может быть, это был такой опять сейчас порыв. Как назовет какой-нибудь эпизодик? Не-не-не, не бойся. Преподавание, ты преподавала. А, немножко было дело, да. Но из меня не очень хороший переводчик. Я так понимаю. Ой, переводчик отличный, преподаватель не очень. Битников, по-моему, да? Ты читала лекции по Битникам? Я читала курс по Абериутам, на следующий год курс по Битникам. Все-таки, вот, значит, я не ошибся. Да, два курса по Абериутам. Я прочла один курс по Абериутам в Литинституте, потом курс по Абериутам в каком-то культурологическом лицее.
и потом курс по битникам. А потом, когда мы уже стали проводить занятия в курилке, вот как девушка написала, под лестницей именно, и уже встал вопрос, что я не могу... ну, то есть, ладно, что мы со студентами не можем, что они меня называют по имени-отчеству, но когда они мне стали предлагать покурить травы, я уже пришла к начальству и сказала: извините, но у меня неуставные отношения возникли, можно я не буду больше преподавать? Это было в 91-м году, все уже... Давным-давно. Эпизод был недавно. В прошлом году поехали мы в Америку, значит, на фестиваль джетлаг. И вот я на этом джетлаге вечером, ночью хожу, холодно уже, кушать мне хочется. Я на себя надела там все, что там можно надеть. Роса выпала, ну, горы, туман упал. Я хожу вокруг какой-то этой жаровни с какой-то жарящейся там удивительно вкусным чем-то. Хожу-хожу, и вдруг, даже не дожидаясь моего вопроса, такой симпатичный длинный мужчина, который раздает хавчик, кладет мне огромную тарелку всего этого дела и говорит: здравствуйте, говорит, я вас узнал, вы у нас в лицее курс по битникам читаете. Я думаю, как хорошо, полезно. Да, он в Америку поехал потом. А так ты бродила вокруг казана, на котором готовил студент? Да, он бывший студент. Ну, бывший студент. А где ты преподавала? В Москве? Да, в Москве, конечно. Офигеть. Но он уехал, он вообще китаист. Да, дело не в этом. А другой мой ученик, Шурик, который вечно спал на лекциях и был волосатый, играет на тубе в группе прекрасной «Покава Ить». Вот так. Потрясающе. Можно я... Еще Маша Преображенская такая есть чудесная. Короткую байку про Аньку расскажу. Я почему-то это на всю жизнь запомнил, но она правдивая. Я как-то спросил... правдивая. Байка а тоже. А вот ты? Я как-то... Посмотрим. Я как-то спросил, я говорю: Анечка, а вот объясните мне, пожалуйста, как вы умудрились, ведя такой по-настоящему... Если шо, мы на «вы». Хиповско-рок-н-ролльный образ жизни, там, в юные годы, да? Как вы умудрились закончить ЛИТ-институт с красным дипломом? А что? Подумаешь? Анька мне на это ответила: а, там такой институт, чтобы такой мертвый с красным дипломом не закончить. Да. Я говорю: да, а сколько человек из вашего выпуска его закончило с красным дипломом? Один. Она говорит: два. А, два. Ну, да. Вместе с ней. Два, да. Да. Я говорю: ага, два из всего выпуска. Остальные... Она говорит: остальные были мертвы. А, да? Ух ты, какая молодец. Нет, браво. У нас были, кстати, чудные, совершенно не мертвые. Ребята, я даже с ними дружу, со многими до сих пор. Они просто совсем не хотели учиться. То есть я иногда еще что-то училась. У нас, между прочим, на курсе училась Нина Садур. Да, Томас Чапайтис учился на нашем курсе. И многие другие прекрасные совершенно. Да. Какая же вот... Я понимаю, насколько сегодня необычный... А? Во-первых, я уже сейчас хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что ты пришла. Спасибо, да, что пришла. Подожди. Потом скажешь спасибо мне уже потом. Музыкантам, с которыми ты пришла, потому что я точно знаю, что в таком составе вы еще не играли. Mm-mm. Они прекрасны сами по себе, как музыканты. А вместе это некий эксклюзив совершенный. Кроме всего прочего, то, о чем ты рассказываешь, это история. История не только твоя. Ты должна понимать, что это история русской культуры, история русской музыки. Не, я без такого пафоса, нет. История, нет, я пошутила. Историю страны делают другие люди. Мы все-таки творим историю культуры. Здорово. Историю русской культуры и музыкальной культуры в том числе. Спасибо. И мне дико приятно именно потому, что сегодня человек, который часть себя в эту культуру так очень серьезно и плотно и навсегда определил. Это Умка. Спасибо. Да нет, не весь я не умру, но часть меня большая. Давай споем. Споем, хорошо. Что это будет? Что это будет? Сейчас подумаем, что это будет. Чуть надо как-то культурное что-то спеть, да? Попытайся. До сих пор было не культурное. Кто-то сидит у костра, мокрой подошвой печет, щелкает смолою кора. Время потихоньку течет, время потихоньку горит, греется котел на огне. Кто-то в темноте говорит: время на твоей стороне. У-у-у-у.
твоей стороне. Кто-то, не подумав, сказал: время на твоей стороне. Видишь, целый южный вокзал крепится к его броне. Чтобы ощутить между строк время и легчайший нажим, будешь, как послушный сурок, бегать на веревке за ним. Будешь, как примерный нырок, под его поверхность нырять. Будешь, как дурак, свой урок именно его повторять. Но и одолев 100 дорог, но и на большой глубине, не поймешь, какой в этом прок, что время на твоей стороне. Время на твоей стороне. А я хотела знать, почему время на моей стороне выбрала полегче сумму и ушла сквозь дырку в стене. Я шла сквозь дырку во сне, повалив некрепкий забор, в область, у которой ко мне постоянно есть разговор. Пока по старинке придет, я сама тяну свою нить. Время никогда не придет, некуда ему приходить. Только отворот, поворот, только по второй, по второй. Только городов хоровод разноцветный глобусов рой. Пады на небесное дно, ползы по отвесной стене. Только твердо помни одно: время на твоей стороне. Время на твоей стороне. Ай, как хорошо, черт возьми. Вот сейчас точно, вот в первый раз говорю такое. Вот сейчас точно не хватает коньячку. Вот так, чтобы хорошо, вот так. Обычно я говорю, что в принципе можно и так. А что-то есть в твоей музыке, что-то есть в тебе самой. Не-не-не, я не про бухать. Okay. Я про состояние, которое само по себе вызывает. Ну, да? Хорошо, я рада. Я, правда, не пьющая. Так я тоже не пьющая. Я же не говорю, что сейчас надо сесть и набухаться. Рюмочку коньячку, которую весь вечер держишь в руке, этими парами дышишь, получаешь кайф. Значит, Наталья Устинова пишет: а вот мне неизвестно, пишет, насколько же лет Умка поет. Народ, подскажите, чую, что много пропустила, не слушая ее раньше. Сколько лет я пою? В тот микрофон только. Сколько лет я пою эти песни? Я эти песни пою приблизительно с 86-го года. То есть без малого уже... Офигеть. Ну, так у меня сейчас вот будет... 30 лет? Осенью праздник, который называется «20 лет на сцене». Ну, потому что лет. В 95-м году я вылез... Нет, пою я вообще всю жизнь. Нет, ну официально поешь с 95-го года. То есть слово «Умка» появилось в 86-м году. Его придумал, как известно, Аркаш Словоросов по кличке Гуру. Он уже, к сожалению, умер. Вот. Но просто вот он меня так как-то назвал случайно. И, не подумав, сказал: время на твоей стороне. И первый же был, кто записал мои песни в... блокнотик и сказал: так, ну что, значит, будем записывать альбом, сказал он серьезно. Ну и как бы вот и все, и понеслось. Я его очень уважала, даже где-то любила, поэтому такая вот история. То есть получается, с 95 года официально существует «Умка» как бренд. А ну, поешь? Как бренд. Ну, слово такое, ладно, хорошо. Окей. Как название, давай так. Ну, да. А с 86 года поешь? С 86 года существует «Умка», и с этого же года я пою в качестве «Умки». А до этого я пела сама по себе. Хипарство когда было? В основном, оно было более или менее всегда с такими наскоками. Ну, сейчас ты отошла. Первый раз я... Так, я не знаю, как к этому можно прийти, как от этого можно отойти. На самом деле мы все как-то из этой... Хипарской тусовки. Из этой тусовки, да, и...
почему-то все время мне задают эти вопросы. Почему-то Чернецкому или, извините за выражение, Гребенщикову никто не задает этих вопросов, хотя они имеют ко всему этому точно ровно такое же отношение. Так я задаю вопрос, когда это закончилось или когда это началось. Так говоришь, ничего не заканчивается никогда. Если что-то с тобой, так оно с тобой все время. А просто когда на каждом интервью тебя спрашивают, а вот расскажите, пожалуйста, как вы хиповали или там что-то, то, конечно, уже начинаешь локтями отпихиваться и говоришь, что я ты не этому... пытался. Нет, я не тебя имею в виду. Я просто хотел подчеркнуть, кстати, да, ту мысль, которую ты, в общем-то, уже озвучила. Я хотел спросить, хипарство закончилось? Ждал от тебя ответ «нет» и сказал... Ну, такие вещи не заканчиваются. Когда-то бытовал такой миф, вот что сказать, Умка — это такой панк из Питера, причем мальчик. То есть я очень смеялся, когда я об этом услышал. Да. Боря, например, Канунников, я очень гитарист, смеялся, значит, да. Мой даже муж, он когда вот меня еще даже не слышал, жил у себя в Севастополе много лет назад, ему сказали, что вот есть такая девушка, которая поет свои песни, аккомпанируя себе на бас-гитаре. Это я, значит. Да ладно. Не, ну панк из Питера и мальчик, это очень круто. Ну хотя, когда я услышал кассету 86-го года, я понял, почему. Понял, почему мальчик. А, наверное, там скорость была не просто. Не, она была совершенно панковская, таким страшным голосом спета. Панковская кассета, кстати, наверное, может, это 96-го года была такая страшная кассета, жутким голосом спета. И мы с тобой потом, когда закончится эфир, решим, какая это была кассета. Все-таки ты путаешь годы, видимо. Нет, он уже не знает, какого года. Не, 96-го, старая, вот именно кассета. Старая такая была. Не, ты потерялся. 96-й год — это тоже уже давно. Это уже очень давно, да. Так я хочу сказать, что в связи с тем, что мы очень давно это все делаем, будет праздник под названием «20 лет на сцене», и мы в Москве будем играть большой концерт. Когда? 17 сентября в «Электричестве». То есть это будет «Умка» и новый состав. Канунников, Рябов, Панкратов. Вот, и я. И мы будем громко играть. Очень может быть, что мы пригласим каких-нибудь еще музыкантов. Очень может быть, что, может быть, вы накануне концерта поиграете и у нас? А с удовольствием. Полным звуком. Это надо разговаривать с музыкантами. Полным звуком. Так, вот сразу заднюю. Ну что ж ты будешь делать? Я люблю очень, вот когда это все так внезапно, так хопа-хопа, ну давай поиграем. Ты приехал. А, поэтому... Ойстрах вообще узнал об эфире, по-моему. За два часа, да. За два часа. Так он и жаловался, пока ты не приехал. Говорит, я вообще узнал об этом часа за два, мне позвонил. Ну ничего. Не, ну не совсем так. Мне Юлечка звонила, как настоящий продюсер. Она мне позвонила заранее и говорит, вот там Анька сидит где-то в какой-то... Это глуши без телефона. Ну, говорит, можешь приехать поиграть? Я говорю, ну могу. Нет, ничего, я просто... Это она ответила тебе. Она тебе ответила. Я глуши без телефона. А у меня, например, сегодня целый день в голове, знаешь, какая песня живет? Только аккуратно. Не-не-не-не-не. Нормально, про пятерку, прощай, душа моя, прощай. Ого, просто она, не, не говорю, что петь, она у меня почему-то живет сегодня целый день, ни с того ни с сего. Лучше всего со скрипкой получается, знаете, что играть? Мы не будем прямо сейчас вот это вот как следует играть, мы так покажем. Вот это и среди, слушайте свою любимую песню. Он запретил авангард. Иногда я этому и рад, а иногда я этому и нет. Ой, иногда я этому и рад, а иногда я этому и нет. Однажды я нашла на улице 100 баксов, 100 баксов, и очень рада этому была. А если бы я не нашла 100 баксов, то я бы таких и не нашла. Умка запретила выпивать, Умка отменила оношу. Иногда я лезу под кровать, а и под ней тихонечко дышу. Ой, иногда я лезу под кровать, а и под ней тихонечко дышу. Однажды я нашла на улице собак, и очень рада этому была. А если бы я не нашла собак, чтобы ты и все дела. Не бери Умке интервью, не снимай фотографом ее, бережет башку она свою, а реноме обледет она свое. Ой, бережет башку.
однажды я нашла на улице стопака, и очень рада я этому была. А если бы я не нашла стопака, то я бы таких и не нашла. Однажды я нашла на улице стопака, и очень рада этому была. А если бы я не нашла стопака, то и нашла бы ты все дела. Неожиданно. Песня валенки, а? Неожиданно. Чтоб я так жил. Ну, это вот, я же говорю. Неожиданно так. Просто, ну, со скрипкой уж больно красиво. Согласен. Мы не смогли. Согласен. Ну, народ тут начал писать, ну вот, но шансон пошел и так далее. Какой это шансон? Это блатняк нормальный. Это блатняк, это совсем другая музыка, да. Это иное состояние души. О, что я люблю, это когда смеется звукорежиссер или пляшет. Сейчас он не может плясать, но потому ржет. Что он сидит. Но ржет искренне совершенно. Кстати, что касаемо интернета, а это случайно твой профиль в Фейсбуке сегодня был утерян? Он не сегодня, он уже некоторое время. Дело в том, что они кто? Это же не то, что, ну вот Фейсбук этот, он не может понять, как это фигура здесь, фигура там. Угу. То я в Литве, то я в России, то я еще где-нибудь, и я, значит, залезаю туда от какого-то это самое это. А мне говорят, а вы что, не Аня? А докажите, что вы Аня. И присылают мне какие-то морды, значит, моих друзей. Я должна кликнуть это. Там, Дима Горчаков или не Дима? И я, значит, тыкаю, что да, Дима или там, Войстрах, Вася. И они говорят, да, хорошо, отлично. Вот. А тут они как-то меня потеряли. И они такие, Аня, вы Аня или не Аня? А меня вообще нет, я уехала. Это. Они такие, ах так-то, да, мы вас лишим аккаунта. И вообще докажите, что вы не верблюд. Я говорю, ну, я звоню, есть такой прекрасный Миша Аксарин, который занимается, вот, и Леша Каблову звоню, вот, мои друзья, которые умеют вещи, которые я не умею. Я говорю, ребята, сделайте что-нибудь, там меня лишили аккаунта, ай-яй-яй. Они, значит, Миша приделал туда мою фамилию, к моему аккаунту, Аня Умка, приделал фамилию. Они мне его обратно дали, сегодня приезжаю, опять нету. Так. Опять вообще. Им фамилия теперь не понравилась. Нет, ну ладно бы они лишили меня доступа к моему аккаунту. Я с удовольствием не буду писать. Но зачем они лишили всех людей счастья читать мои умные посты? Это правда. Мы сегодня стунулись, а нету. Я, например, написала, что одобрение программы гомосексуальных браков — это такой популистский ход американского правительства, чтобы все это... Вот тебя и забанили. Да не за это они забанили. Я потому что им написала... То я все знают, говорю, что я хохлоп люблю, пидорасов ненавижу. И тут же меня опять забанили. Извините. Я же ничего плохого не сказала. Нет. Плохого ничего. Плохого ничего. А я вообще знаю, что такое Facebook, только понаслышке. Вот именно. Да, конечно. Я бы тоже сюда... А где ты тогда тусишь постоянно? ВКонтакте, что ли? Нет. Он нигде не тусит. Я нигде. У меня никогда не было ни одного аккаунта. У него нормально половая жизнь. И простите, ребята, не видите. Ну, серьезно, я не представляю, как можно с людьми в компьютере общаться. Мне не... А ты попробуй, знаешь, как здорово. Знаешь, я... Нет, секундочку, не надо его сейчас соблазнять. Игорь, если не знаешь и не пробовал, то лучше и не надо. Нет. А то ты человек такой, знаешь, увлекающийся. Не-не-не, он совершенно не увлекающийся. Он же этот, Бусидо, или как его, Буриме, как это называется? Кодекс вот этого вот. Но точно не одно из двух из того, что ты сказал. Он настоящий этот. Нельзя там, нельзя ему ничего... Он, если что, мечом махнет. Мне все можно, только зачем? Только зачем? Да. Правильно. Давайте петь дальше. Что это будет? Опять петь? А как, конечно. Что же вам петь-то? Как это что, песни? Песни петь. Надо хорошую песню спеть, а то мы спели какую-то ерундовую песню. Ну, нормально. Давай хорошую. Кто-то сидит у костра, мокрой подошвой печет, щелкает смолою кора,
Ой, нет, я это уже пела. Ну, я вроде не пела. Я другую хотела спеть песню. Я другую песню. Гагарина летит, скалится бессрочную тьму, а в альтах Папанин сидит, машет рукавицей ему. В США беснуется джаз, поле кукуруза растет, Африка стоит на ушах, под землю шахтеры поет, а у нас веселая жизнь, нам всегда веселая жизнь, новая веселая. Месяц вылезает из туч, кажет по привычке газу. Воздух лучших хвоя колюч, разве вышибает слезу. Помнишь поролоновый пресс, помнишь пластилиновый рай, помнишь, как бежал на поролом, помнишь, как летел по берег. Бежит, Гоголь унеслится в гробу, Бродский на дурдоме лежит, лето полетает в трубу. По небу Гагарин летит, по реке Чапаев плывет, скоро будет рай на земле, только не забудь паспорт тебе. Да пока веселая жизнь, красная веселая жизнь, долгая счастливая жизнь. Веселая жизнь. Слушай, Вась, у меня к тебе вопрос будет. Как ты понимаешь, что она сейчас играть-то будет? Она не называет... Да он уже играл же. Не-не-не, ты говоришь, мы сейчас сыграем вот эту. И начинает наигрывать на гитаре, ты тут же начинаешь ей подыгрывать. Я хочу да понять... он знает же. Что он знает-то? Давай расскажем. Расскажи. Да, расскажу. Давай. Давай. Ну, на самом деле, очень просто. Это музыка, это же не набор там какого-то текста. Можно ее так воспринимать. А можно воспринимать это как реальный поток, который существует во времени. Если ты в него попал, то ты играешь. Ты можешь играть то, что ты никогда не слышал раньше, до этого. Я так делаю постоянно. Да. То есть это нормально? Это нормально. Это абсолютно нормально, если ты попал в поток. Вот я сижу и думаю... Вот почему мне очень нравится. Сижу я и думаю, попал ли я в поток. Мне тоже нравится. Правда. Анечка, в микрофон другой. Тут в чате, на сайте своего радио, своерадио.фм, кто-то сейчас не буду искать, потому что мне было лень сейчас ковыряться в чате, но я так глазом увидел сообщение, и сказать, Умка рвет шаблоны своего радио. Так вот, я хочу ответить, что Умка, в общем, в ротации своего радио находится с большим количеством песен. Более того, у своего радио нет шаблонов. Вот это новый человек, видимо, который, собственно, случайно оказался. Может быть, кто написал? Кто? А я не помню, там ники какие-то, я не сейчас искать трудно. А можно я потом почитаю, что они А ты на сайт зайдешь, почитаешь. Хорошо. Там же в чате все есть. И потом в группе можно почитать в официальной. Все там написано, никуда ничего не денется. У своего радио нет шаблонов. Никаких. Вот молодцы, мы прекрасно считаем, что музыка делится на два жанра основных. Хорошая и плохая. Вот есть плохая музыка, мы с ней не дружим. Есть хорошая музыка, не имеет значения, какого она жанра. Ну, если, конечно, не попса, а не галимая совершенно. Типа чашка кофею. Хотя, как сказать, если чашку кофею правильно спеть, я это может знаю, оказаться рок-н-ролльный хит,
Даже, и, не пой, не и пой, не надо. Не надо. Я? Боже упаси. Да, не надо, боюсь. Не надо тебе, не, хотя, наверное, можно было, но не боюсь. Слушай, оказывается, в Калининграде выступление недавно было, я и не знал. К нам теперь только не скоро, наверное, пожалуете, пишет Александр Еременко. Расскажи, какие были, ну, не знаю, Калининград вот, оказывается, был. А где, да. еще? А где еще была? О, в Минске. А, да, я Минск. Сейчас была в Литве, так. и сейчас опять туда поеду. Угу. И вот, ну и поэтому по дороге туда сыграла в Минске, потом оттуда мотнулась в Калининград, потому что надо же как-то играть. Угу. Вот приехала вот папину книжку угу. презентовать, ну вообще концерты поиграть на Литве. Теперь опять посмотреть. В Литву. А? Теперь опять в Литву. Опять поеду сейчас в Литву, потом опять вернусь. Еще угу. не знаю, что буду. Ну, летом как-то так тухловато с концертами. Да. Ну, народ на фестивалях или на дачах. Ну да. Тусит в основном. Ну, я надеюсь, что вдруг придут. Вот сейчас вот мы все объявили про завтра, послезавтра, может, придут. А давай еще раз объявим. Завтра. Точка сборки в 9 часов угу. вечера. Вход бесплатный. Бесплатный. Послезавтра Массолит. Обратите внимание, новый, не на Тургеневской, а на улице Нижегородская, 6:30. Тоже вход свободный. Вход свободный. Это надо было подчеркнуть. Я думаю, что народ все-таки должен прийти, потому что мало того, что это слышит, надо видеть еще, как она это делает. Потому что эмоции ведь такая штука, которую передать пальцами или на пальцах передать невозможно. Их прикинь, можно как только... я начала ту же песню играть второй раз в другой тональности. Это, конечно, неприлично. Почему неприлично? Очень смутило. Возможно, да перестань. Возможно, ты просто недоэмоционировала по поводу этой песни, поэтому она у тебя где-то там внутри. Не-не-не, просто я перепутала тупо. Братан, на пальцах можно передать все, что хочешь. Это сказал умный Ойстрах. Ойстрах знает все про пальцы. 46-47, это короткий номер для смс-шек ваших. Сначала свои, пробел, потом все, что хотели бы адресовать коллективу. И, понятное дело, я вычитывать стараюсь какие-то интересные сообщения в группе ВКонтакте и в чате на сайте. «Ура, хитяра-то какая!» пишет Илья Тиняков. Ну, вот песня, которая только что была. А, «Про веселую жизнь». Да-да-да-да. Но она сыграна в электричестве очень бодро, послушайте. Там у вас ВКонтакте где-нибудь она лежит наверняка. Ну, да. Ребята, все наши песни абсолютно бесплатно лежат у нас на сайте www.umka.ru в хорошем качестве. Пожалуйста, лезьте туда, скачивайте все, что хотите. У нас мало времени осталось до конца, поэтому я хотел немножко сейчас такой ироничной, что ли, может быть, несколько веселой нотки, сползти чуть-чуть в серьезную. Так. Мне всегда было интересно об этом узнать, потому что «Умка и броневичок» для меня коллектив «Умка и броневичок» — это давнишняя история. Я полюбил эту музыку давно и слушал сюда. Потом появился «Умка и броневик», я подумал, так растет. Аня, понял, мы взрослеем, мы уже из броневичка выросли в броневик. Потом как-то потерял я тебя немножко, ну, так вышло, в моей жизни были какие-то там перетрубы. А вот потом случилось то, что случилось, и я понял, что на своем радио без «Умки» как-то будет совсем тухло, поэтому быть она должна. Без меня, конечно, известно. Без музыки. Без музыки. А теперь вот вопрос какой. Ты занимаешься многими вещами. Ты переводчик, ты поэт, ты музыкант, ты певица, ты игрица на гитарах там, и так далее. Еще я умею класть линолеум, красить, да, оказывается, стены, оказывается, кирпичи, класть кирпич, забивать кирпичи. Гвозди. А еще Анька профессиональный гуляльщик. Гулять с ней гулять вообще с ней супер здорово, просто. Да. В смысле? Не, просто ну, люблю гулять, показывать в смысле, города. Семен, да, я могу леса. Сказать, что вот у меня за всю мою жизнь было, наверное, два прогульщик, или три... Я профессиональный да, прогульщик. Два или три партнера, вот с которыми было очень приятно гулять где-нибудь по городам или по паркам. Вот ой, Аня, я умею все показывать. Аня в этом плане просто супер, да, вот. Мы еще когда с Борей вдвоем очень с нами гулять хорошо. Мы как-то случайно с моей дочерью встретились с Анькой в Вильнюсе, и это вот я бы так... По Вильнюсу никогда в жизни. Так я вам провела экскурсию по первому классу, да, несмотря на да. дождь, кстати. Да, да, это вообще просто одно из самых сильных впечатлений, несмотря на что. Так вот, у меня вопрос вот какой. Только всерьез. Ты себя кем воспринимаешь по жизни? Вот если бы тебя спросили сейчас, можно так перефразирую? Ты коротко, кто, да? Человеку, который тебя не знает, ну вот который знает, не знает вообще, кто ты. А есть задача коротко одной фразой объяснить, кто ты есть. Ну, допустим, я могу сказать человеку: «Здрасте, я Семен Чайка, я телеведущий там, или радиоведущий». Все становится понятно. Кто ты? Я писатель. А все-таки так. Это очень смешно, правда? Не-не, почему? Ну, я вот, когда меня спрашивают, а что у вас вообще за профессия там? Я с серьезным лицом говорю, я писатель. Хотя я не написала ничего серьезного в своей жизни. Я написала... Очень длинный большой дневник, который вот я сейчас собираюсь издавать вообще.
Ну, профессионально я умею только наносить неизобразительные знаки на лист бумаги. Вот. Долго объясняешь. Короткая фраза «я писатель» должна отпасть вопросы. Но на самом деле я, конечно, совершенно не писатель. То есть ни разу не писатель. Я не умею написать рассказ. У меня нет фантазии. Я умею сочинять стишки, умею петь песни. Что я еще умею? Готовить хорошо умею. Рассказываешь хорошо, кстати. Рассказывать могу, да. Но слишком занудно и по очереди все. Боря ругается, что у меня все по полочкам. Мне все очень нравится. Я всегда очень внимательный. Тебе, потому что я вообще нравлюсь. Ты тогда Да. Ты ему тогда и рассказывай. Таковая. Тогда Боря не рассказывай, рассказывай Ойструху. Боря нельзя не рассказывать. Он муж вообще. Ну, если ему не нравится, так зачем? Нет, ему нравится на самом деле. Нравится? Все-таки нравится. Боря просто человек очень сложной душевной организации. А ты очень простой. А я очень простой. Хорошо. Я сейчас смотрю на тебя и думаю, ты сейчас про себя вообще или нет? Насчет простоты-то. Да. Простота хуже. Знаете, я, между прочим, что хочу сделать? Я хочу передать сейчас привет. Боре? Боре, понятно. Я хочу передать привет людям, с которыми я играла много лет и перестала играть по разным внешним и внутренним соображениям. Но мы играли с ними почти 20 лет. Это Боря Марков, мой бывший барабанщик, и Миша Трофименко, мой бывший басист. Я долго и плодотворно с ними играла, записала множество альбомов, сыграла множество концертов, и считаю, что они, в общем, прекрасные. Ты знаешь, думал я, читать мне об этом нет. Денис Козельский написал, правда, мне в личку сообщение. Вопрос к тебе, официальный вопрос. Мне показалось сначала, что в этом вопросе есть какая-то ирония в самом подтексте. А потом я понял, нет, это не ирония, это уважение. Семен, спросите, пожалуйста, у Анны, могу ли я читать ее стихотворение для друзей? Конечно, можете, почему нет-то? Дальше он в конце... Для друзей, тем в конце приписывает. Вы даже можете за деньги, если хотите. Клянусь, пишет он, что буду объявлять автора и говаривать, кто это, и самое главное, советовать для прослушивания. Какой хороший Денис Козельский. А стихотворение вот какое. Кто торопился в тот конец? Тому в пути настала жопа. Направо город Торопец, налево старая торопа. А интересно, почему именно это? Я, как известно, молодец. Можно я сам? Я, как обычно, молодец, вернее, даже молодица. Настанет станция трындец, но к ней не надо торопиться. Там на самом деле все написано прямым текстом. Понятно, да. Поэтому я и попытался сделать это сам, потому как я понимаю, что... Нет, я бы сказал... Так вот, спрашивает, можно или нет, если указывать автора. По мне так вопрос... А почему именно этот? А вот не знаю, видать его так как раз... Давайте я прочитаю стишок. Ты это уверена? Нет, не надо, хорошо не будет. Нет, я хотел бы. Да, я уверена. Давай. Я вот недавно сочинила такой стишок, он грустный, называется «Три сестры». «Куда завели нас, сестра, моя жизнь? Здесь только и слышно. Стоять да ложись. А нам остается сидеть и смотреть, как топает мимо сестра наша смерть». Печальный стишок. Да. Все? Да. 4 строчки. Ой, как? У нас это быстро. Я думал, дальше будет. Слушайте, братцы, у нас совсем с вами осталось мало времени. Давайте сыграем веселую песню. Не-не-не, подожди, не торопись. Я расскажу, когда сыграем. Это важно, потому что нам нужно бы еще для начала определиться вот с чем. Завтра, это я в качестве анонса сообщаю, в программе «Живые» группа «Джойо». Это совершенно другая музыка, и за что я, собственно, люблю и ценю проект под названием «Живые», что абсолютно разные музыканты, с абсолютно разным музыкальным, формат не люблю, контентом, скажем так, совершенно разным. А вам можно подсуропливать сюда разных выступающих? Потому что я думаю, где же вы берете столько музыкантов? А их очень много, подсуропливай. Окей. Если у тебя есть что-то... Я буду. Да-да, если есть что-то на примете, конечно, подсуропливай. Хорошо. Обязательно, и спасибо скажем. Потому что не все музыканты, но есть какое-то количество музыкантов, которые достойных коллег по цеху нам рекомендовали. И оказывалось, что это правда хорошо. Когда эти люди, которых рекомендовали, не являются близкими друзьями этих музыкантов, а просто они их где-то услышали, тогда очевидно хорошо. Когда друзья, ну, тут уже возникают некоторые вопросы, слушаешь песню, понимаешь, ну, как-то и неловко отказывать, но надо. Поэтому ты уж там, когда будешь что-то предлагать, имей в виду, что мы к тебе относимся как к близкому себе человеку, то есть ты свой человек, поэтому никакого фуфла по дружбе... Нет, фуфла я вам не буду подсовывать. Спасибо тебе большое. Я и с фуфлом и не дружу особо-то. Я это уже понял. Отлегло. Завтра Джою, а сейчас тогда надо уже прощаться, потому как в любом случае времечко наше уже, увы и ах, вышло. Я хочу еще сказать спасибо.
Спасибо вам тоже, ребята. Очень у вас прекрасно, действительно здорово. Я давно как-то об этом думала, что надо бы как-то все-таки собраться. Спасибо, что собралась. Вот взяли, собрались. Прекрасно, мне кажется. Спасибо огромное. Вечер сегодня был очень наполненный. Вот когда мне говорят, ты работаешь, я говорю, нифига, в программе «Живые» я не работаю, я отдыхаю. Я работаю между выпусками программы «Живые». А кто сегодня работал? Хватает. Все отдыхали вроде. И нам сегодня всем было хорошо, потому что все сегодня клево отдохнули. Спасибо. И что за финальная песня будет? Какая? А мы сыграем песню «Хочется всего». Сыграем все вместе. Она у нас такая, такая классическая финальная песня. Спасибо. Всем спасибо до завтра. Вам. Ура. Пока. Если я была бы лесом, я была бы хвойным лесом. Если я была бы кошкой, я с людьми бы жить не стала. Если я была бы Хайром, я велась бы мелким бесом. Если б я была гармошкой, я б футляр себе достала. О, как хочется всего! Хочется всего, так хочется всего, хочется всего. Побольше, о, как хочется всего, так хочется всего, так хочется всего, хочется всего. Побольше, если я была бы рыбой, я бы плавала в тумане. Если я была бы пушкой, я бы стреляла в сигареты. Если я была бы птицей, я бы жила в подъемном кране. А в оставшееся время я иду бы по свету. Как хочется всего, хочется всего, побольше, о, как хочется всего, так хочется всего, так хочется всего, хочется всего. Всего!